калинушку на пруд бережочек. Расти, расти, калинушка, расти, не шатайся. Живи, моя сударушка, живи, не печалься. Придет тоска, кручинушка, пойди разгуляйся. Пойди, пойди разгуляйся, с милым повидайся. По что речка мутно бежишь, иль погоду чуешь? Слезно плачешь, жиль, маменька била меня, маменька не била. Сами слезы льются, никак не уймутся. От малоли, от милого долго вести нету. Прислал милый поклон верный коня Воронова. Коня, коня Воронова, сиделице нова. Ансамбль казачьей песни «Держава» сегодня у нас в гостях. Еще обязательно этот коллектив услышим. Ну а пока хотим пообщаться и расспросить, ведь коллектив недавно участвовал в конкурсе. У нас в гостях художественный руководитель ансамбля Анна Малоярова. Доброе утро. Доброе утро. Анна, так, расскажите, пожалуйста, завершился отбор на фестиваль «Казачья доблесть». Удалось ли вам его пройти? Да, конечно. Несмотря на то, что в этом году количество участников превысило показатели предыдущих лет. И стало. Что стало? Количество. Количество. В этом году было подано 87, по-моему, заявок. То есть коллективы, солисты различные, да. И в гала-концерт, который будет у нас вот в ближайшую субботу, отобрали только 16 самых лучших коллективов. И мы, к счастью, в этом числе. Ну, с чем мы вас поздравляем. Спасибо. Здесь овация, аплодисменты. Аплодисменты, конечно. Спасибо большое. Так, как долго вы шли к этому успеху? Ну, так скажем, наверняка с самого начала основания нашего коллектива. Когда это было? Официально, по официальным данным, наш коллектив основан в июне 2021 года. Но до этого мы существовали немножко по другим названиям, по другим, так скажем, курированием. А вот официально сплоченный, собранный, готовый коллектив с июня 2021 года. И, конечно, еженедельные репетиции, подготовка, тренировки к большим выступлениям, конкурсным выступлениям ведутся систематически. Какую песню вы подготовили для гала-концерта? Песня в этом году очень символичная. В этом году у Оренбургского казачьего войска, к которому мы относимся, юбилейная дата – 450 лет со дня основания. Ба. И мы будем петь песню, которая так и называется «Оренбуржцы-казаки». Ага. Ну, так витиевато, но, тем не менее, прям да, точно в целевую точно свою аудиторию. Так, будет какой-то элемент шоу в вашем номере? Да, обязательно. Каждый наш концертный номер наполнен какими-то интересными элементами, зрелищными, чтобы зрителю было интересно, вкусно за нами наблюдать. Обязательно у нас есть фланкировка в концертном номере. Также у нас есть атрибут, мы используем деревянное бревно. Наши мужчины ловко справляются, крутят шашки, крутят бревно. Ну, мы заметили, что там вот вдали сцены лежат. Да. Можем ли посмотреть, конечно, пару моментов какие-то? И, может быть, вы нас можете немножко научить? Да, сейчас Илья, наш специалист по фланкировке, обязательно вам все покажет, расскажет и научит. И, возможно, что-то разобьет. Вау! А теперь... Ты готов сделать так? Вот это сейчас было хорошо. Я просто представляю, как сейчас сразу же подкидывается лучок. Картошечка, знаешь? И это все на ходу рубится. На ходу рубится. Ловко. Давай, Илья, я в тебя верю. Спасибо, подержу. Нет, иди учись. Ну, тезка, давайте. Базовая.
штучка, на это все историю даже хват. Мы держим выше рукоятки большим пальцем. И указательно прижимаемся, остальная рука у нас открыта. Ага, всего ты делов. Да. И базовое движение, то есть основное, чтобы начать крутить, мы закручиваем кольцо. Просто кольцо. Просто кольцо и хруст сустава. Я вот делаю тоже. Что? А девушки фланкировку делают? Конечно, просто делаю. У нас тут заявка образовалась. Давай, давай. Сейчас покажу, как надо. Вот так вот делай. Вот так вот, правильно, да? Да, да, да. Ой, меня куда-то на ту сторону сразу. Просто одно, да, кольцо. Спасибо, Катя, мы вам перезвоним. Вот, смотри, вот как я, раз. Оп! Отдай ножичек дяде, пожалуйста. Я старалась. Вернись на место. Давайте с вами напомним, когда, где и во сколько пройдет фестиваль. Гала-концерт фестиваля «Казачья доблесть» пройдет в эту субботу, 27 апреля, в Свердловском государственном областном дворце народного творчества. По улице Фестивальной, 12. Начало гала-концерта в 16:00. И все любители, ценители, верные зрители, те, кто любят казачью культуру, могут абсолютно бесплатно по пригласительным билетам попасть на этот гала-концерт. Пригласительные билеты раздаются при входе в Дворец творчества. Любой может попасть, поприсутствовать и посмотреть на лучшие коллективы казачьей культуры. Спасибо большое, что пришли к нам этим утром. Желаем вам и дальнейших успехов. У нас в гостях был ансамбль казачьей песни «Держава» и его художественный руководитель Анна Мулаярова. Они верно служат, по станицам разъезжают, ни о чем не тужат. Свод небесный наш покров, а земля постеля. Я ложусь, я дивлюсь, полюбила да боюсь. Полюбила я такого казаченьку молодого. Ему сроду 20 лет, ровно в саду алый цвет. Девка в серенке, рученьки поджавши, перед ней стоит казак и фуражечку снявши. А я, девка, не така, хочу любить казака, хочу любить казака оренбургского полка. Опа! Оренбургский командир за Урал нас проводил. Он на сером беренку разъезжает по полку. Вдоль полка разъезжал, всем здорово нам сказал. Здорово, казаки, круглые затылочки.
Варенька, хорошая, бравенька, нет, или Варвара с Романом гуляла, нет, или Варвара с Романом гуляла. Роман Варе говорил, что он Варе подарил. Роман Варе говорил, что он Варе подарил. Подарил я Вареньке черевички аленькие. Подарил я Вареньке черевички аленькие. Еще Варе подарю на два платья по рублю.